Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, ребятки, и тут у нас такая хорошая или не очень новость. Из Google Chrome полностью исчезнут приложения. Пользователей браузера Chrome от компании Google ждут большие перемены. Уже до конца этого года HTML5 полностью заменит Flash. Это изменение должно повлечь за собой увеличение производительности и уменьшение потребления энергии браузера. Также Google работает над интеграцией с цифровым ассистентом Google Now и внедрением Progressive Web Apps. Еще одним изменением стало то, что Google собирается постепенно отказаться от приложений в Chrome, которые сейчас доступны через Chrome Web Store. В Chrome Web Store на сегодняшний день большинство представленных приложений в действительности являются ссылками на веб-сайты или веб-приложения. Google разрешает добавление в магазин таких приложений закладок наряду с полноценными пакетными приложениями, которые основаны на веб-программах, но размещаются на самом компьютере, и предлагают куда больше возможностей. По данным Google, такие пакетные приложения на Windows, Mac и Linux активно используют всего 1% пользователей Chrome, и поэтому было принято решение избавиться от них. Удалять приложения из Chrome компания Google намерена постепенно. С конца 2016 года новые приложения для Chrome будут доступны только для Chrome OS, а на Windows, Mac и Linux продолжат работать существующие. Во второй половине 2017 года магазин Chrome Web Store перестанет отображаться на Windows, Mac и Linux. А с начала 2018 года приложения для Chrome больше не будут доступны для загрузки на Windows, Mac и Linux. Стоит отметить, что эти изменения не затрагивают работу расширений для Chrome. Вот такие вот дела. Ну, посмотрим, как они там устроят. Будет нам удобно или не будет. Или опять будем вопить, что все фигня, давайте возвращать все назад. Так что вот такие вот дела. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!